Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с управляющим Карачаево-Черкесского отделения ПАО «Сбербанк России» Зауром Джазовым. Обсудили вопросы реализации социально значимых для региона проектов. В частности, говорили о внедрении цифровых технологий и развитии технологий искусственного интеллекта в сфере туризма, ЖКХ, здравоохранения, образования, транспорта. Реализация инновационных услуг и сервисов позволит содействовать социально-экономическому развитию республики. Также рассмотрели возможность обучения сотрудников профильных министерств программам Сбербанка в сфере цифровых технологий. Стороны намерены продолжать сотрудничество.